Многофункциональный разведывательный модуль – фаворит среди предложенных предприятиями белорусской оборонки новинок для спецподразделений. Машина обладает широким набором возможностей. Это первый разведмодуль, который сделан по нашему заказу на предприятиях ГВПК. Включили мы в нее различную аппаратуру, которая позволяет задействовать весь спектр, существующий на данный момент, технических средств разведки. Это позволит существенно сократить временные параметры на ведение разведки, увеличит пространственные возможности, значительно снизит прохождение информации от разведывательных органов до средств поражения. Подразделение Владислава Иванова освоило автомобиль всего за несколько часов. И чтобы проверить заявленный потенциал, прямо с демонстрационной площадки разведчики отправились на полигон. Там, по сценарию тестового задания, замечена бронетехника неприятеля. Как только модуль занимает позицию, расчет разведчиков отправляется на наблюдательный пост. Их задача при помощи прибора радиоэлектронной разведки «Капонир» обнаружить и передать координаты объектов противника. Одновременно в воздух поднимается беспилотник. Радиолокационная станция ведет поиск летательных аппаратов. А специальный сканер записывает радиопереговоры неприятеля. Расчет беспилотного авиационного комплекса, он мне может дать только видеокартинку. Но с помощью ее я могу, в принципе, имею карту под рукой, что у меня есть. Увидеть почти все. Расчет может передавать различные углы, координаты, посылать мне скриншоты. Получить завершенный продукт – одна из главных целей такого теста. Диалог между разведчиками и конструкторами предприятий вышел конструктивный. Совсем скоро армия получит на вооружение образец, оптимальный по своим характеристикам. Сергей Чураков, Наталья Гаврусик, Александр Питкевич, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро».